Привет, привет. Значит, купил вот такую вот фигню в MVideo. Только недавно ругал MVideo, что там все дорого. Но оказалось, что там вот кое-что есть дешевле, чем даже в Эльдорадо. Вот такая вот Супра. Она на 400 рублей дешевле, чем обычно. Видимо, никто не берет. Не знаю почему. Отзывы не читал, купил спонтанно. Просто зашел и подумал, что надо ее все-таки купить. Уже, наверное, полгода желаю купить кофемолку. Стоила она, значит, так, вот, 990 рублей. Раньше стоила 1400. Там была такая же пластмассовая и дороже. При этом так, 60 грамм, мощность 200, какое-то эко, stainless steel grinding blade. Что такое grinding blade? Не знаю, лезвие какое-то, может, самозатачивающее. Ладно, не важно. Stainless steel — это сталь нержавеющая. А вот тут по-русски есть: импульсивный режим работы, нож нержавеющей стали, автоматическая блокировка, прозрачная крышка с фиксацией, отсек для сетевого шнура, корпус из металла. В общем, ничего интересного, ничего особенного. Но это всего лишь кофемолка и все. Что тут может быть такого загадочного? Ничего. Что может быть в кофемолке загадочного, скажи мне? Что она по вечерам слушает Шопена, пока все спят. Вот она. Красивая какая. За 1000. Представляешь? Ни в коем случае, судя по отзывам, нельзя брать. Такие продаются и в Эльдорадо, и в MVideo. Кофемолки фирмы Bosch. Все их ругают, что они ломаются постоянно. Так. Фирма Супра была когда-то японской. В 90-х они делали, по-моему, видики, и телевизоры у них были достаточно интересные. Ну, такие более-менее. Ну, конечно, это было не Sony, не Panasonic, но тем не менее они были доступны по цене и вполне себе по качеству. Сейчас вроде как Супра вроде как принадлежит китайцам. Вот она, наша кофемолочка. Кофе у меня нету в зернах, потому что у меня давно уже нет кофемолки. Моя старая сломалась. Вот такая увесистая, знаешь, вот приятная на ощупь. Шнур вот здесь можно прятать. Это я сейчас говорю, цитирую Акиньшину. О! Слушай, она такая тихая. Такая тихая вообще! Открывается вот так, вращением, как пиво. Тут блокировочка, чтобы ты пальцы не порвал себе. Как разблокировать, даже не знаю. Где-то должна быть кнопочка, но это не так важно. Так, а перемешивать я в ней буду таблетки в основном, может быть, иногда кофе. Вот, надоело мне толочь в ступке. Ну, давай какие-нибудь таблетки безобидные в ней перемешаем. Это у нас валидол, бесполезное для сердечников лекарство. Одну возьмем. Кальцит. Это кальций. Интересно, кто-нибудь миксовал кальцит с валидолом до меня в этом мире? Я думаю, что нет. Я единственный из всех живущих на планете, когда-либо живших людей, единственный, кто сейчас будет эту комбинацию бодяжить. Ну и витрум туда же еще. Пусть это будет витаминный комплекс
усиленный кальцием и плюс немножко успокаивающий валидол, я не помню, он вроде успокаивает. Так, нажмем кнопочку. Трынь-трынь. Уже что-то пополовинил. Еще. Как он тихо работает. Кстати, еще круто будет. Ну, сейчас пока лето, а вот потом, чуть попозже, будет уже и зима, и весна, всякие праздники, когда нужно будет готовить что-то вкусненькое, да, печь, запекать что-то мучное. И нужна будет сахарная пудра, которую я в последнее время к своему стыду покупаю, вместо того, чтобы делать самому. А сахарная пудра стоит дорого. Слушай, как тихо, а? И за счет стального корпуса она не сильно должна нагреваться. В принципе, почти не пахнет. Обычно покупаешь кофемолку, включаешь, она начинает вонять, потом ломается. О, с дымком. Ну что у нас получилось? Ну нормально, можно было еще пободяжить немножко. Вот так, в принципе, вот как мука, даже мельче, чем мука. Такая пыль, пока новая, нормально. Даже жалко ее на кофе переводить. Это можно прямо нюхать. А вкусная фигня. Фу. Фу. Ой. Какой-то из ингредиентов портит вкус. Ну, в общем, рекомендую. Давай в видео дуй. Эту бурду я всю попробую собрать, выкинув цветы. Цветы витрум любят, я заметил, проверял. О! А что, он не включается? Все? Закончили? Наверное, неправильно закрыл. М-видео! Что ж ты творишь? Там надо знать, в какую сторону ее. Все.